Доброго впоследствии, дорогие зрители, подписчики на наш канал, с вами снова Jack Shoes Black. Мы продолжаем выживать в этом опасном мире Project Zomboid. Мы приветствуем вас. Всем здрасте, Джеки, почему ты в лифчике? Оденься! Жарко. Это же серия. В конце-то концов, совесть имей. Собственно. Персонаж сказал, что ей жарко, поэтому я сниму. Ночная вылазка, которая уже совсем не ночная. В предыдущей серии мы сожгли очередную хату. Мы сожгли очередную хату. Угу. После чего Джек зашел в банк, кричал. Почему там, мы, если пацаны? Джек? Ну, Джек, в конце концов. Как это вдруг я? А что за разборки пошли? А теперь поцелуйтесь. Подожди, а что такое красное? У меня нож в руках. Ты выкинул готовку? Короче говоря, кроме этого, мы нашли банк, и пока Джек там кричал, пацаны, я помаду нашел, или пацаны, я клей нашел. Да, мы уничтожили огромный топ. Сокращали популяцию зомби. И после этого мы услышали выстрел, побежали сюда, но в итоге никого не нашли, к сожалению. И происходит что-то странное. Слышь, а снизу кровище, кстати, вас не смущает? Мы же там, мы воевали там? Четверых мы убили, да, да, мы. А, как раз мы, наше все. Пойдем. Надо вниз куда-то, направо двигаться, да? Да, будем двигаться южнее, может, что-нибудь найдем. У нас пока четкого плана нет, мы просто двигаемся вперед. Да, мы просто двигаемся вперед. Мы не живем, Джек, мы выживаем. Кстати, у меня уже очень долго так живет этот топорик. Так, стоит уже стоит перейти на украдочку. Давайте вот так вот, даже верхом. Давайте верхом, чем мы. Опа, заметил кто-то нас. Негр. Ну, я могу его ножом. Ножом. Быстренько. Ножом. Сейчас. Он у тебя быстренько ножик сломается. Он да действенный, ладно. Но. Вот так его. Не добил? Все, 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 да я ему голову проткнул, чего. У него еще состояние 80. Это кухонный нож, не масляный, он нормальный. А, так это... это мотель, который мы зачистили тоже. Да, как все могут делал видеть. Ага, и там тут стрелял. Вот так вот сейчас можно между пройти, кстати. Куда-то он делся. Я думаю, просочиться у нас получится, хоть и день. Зомби стоят. Сверху довольно много. Давайте ниже возьмем. Один заметил. Ну и плевать, когда отойдем, там его и заберем. Он очень медленный. Страшно так ходит, конечно, они. Нормально. Так, кстати говоря, как бы нам вдоль забора? Вдоль забора? Так, можно вот через елочку пройти. Там что-то горит внизу. Макс! Шус! Господи, Иисусе! Макс, что ты там за кадром поджег? Ты куда-то отходил, мы не видели. Тебя срисовали, Джек. Ну а что, теперь иду? Ничего. Сзади зарезал зомбака. Слева кто-то стучится. Ну, зомби, наверное. Два стука и потом остановился. Умный зомби какой-то. Ну, запарило его. Сзади прилезла женщина, идет сюда. Пойду встречу ее. А, там зомби сама подъедет туда. Сейчас с ножиком так. Там еще, по-моему, кто-то был. Вон, через забор полезла. Футбольное поле, мужики. Гол футбольца? Джек, у тебя довольно много врагов. Я думал, это ты за мной идешь, блин, фиолетовой этой. Я тут чищу. Там еще одна, Джек. Парень был фиолетовый. Воу, вы их не добили. Сейчас все будет. Я пойду одиночек подходящих приму еще с ножа. Ничего, этим мужланам доверить нельзя. Встает, встает. Да и подобать. Угу. Так, гос идем через задний вход сюда, вон там есть. Там опять все горит. Где? Джек, пересноси витрину, так ты туда да, пошел. На дереве. Ой, на дороге. Так, что тут мусорки? Мусорные что пакеты. Сигареты, сишки возьму. О, ништяк. Да я взял, в сумке у меня был. Сиш. Дверь-то закрыта. Я буду тебя от курения отучать. Так вон еще сзади дверь. Джек, Джек. У меня есть сигнализация. Джек, дом выглядит элитно. Плюс здесь такая толпа, сигнализация там совершенно. Это дом мне вообще показалось, что это магазин. Adult Education Center. Вообще обучение. Зомби идут сюда. Ох, я ломаю дверь и вхожу внутрь. Давай. Джек, если будет сигнализация, я вот ненавижу тебя. Ты сжег три дома. Это не я, это игра. Ага. Может быть, первым еще и была моя вина, а вот остальные два это уже. Батарея, клюшка для гольфа. О, есть клюшка для гольфа? О, пила! Я сейчас это обрез сделаю. Прикройте. Давай, режь. Я встречаю место багаж. Тут, короче, Артур, можно дробовик пилой подпилить ствол у него и будет обрез. Что я сделал? Готовка для любителей, подождем.
Миска подождет. Так, пила. Джеки, подожди, вдруг там этот... Ладно, сигнализация. А товарищ там крафтил себе обрез. Там пусто. Я знал это. Распилить дробовик. Четверо, вообще миллиарды, миллиарды, сотни тысяч. Встречай их в проходе. Так, ребят, имеем обрез, нормально. Краткоствольный дробовик. Все. Ага. Ну-ка, закишка. Ну, внешне он, я не думаю, что... Надо одеть. Внешне отменился, да, я уверен. Взять в основную руку. А прикинь, с одной руки терцались. Не, стал короче. Действительно, стал короче. Так, что тут еще? Отвертка, шнур. Клюшка для гольфа. Возьму, наверное, ее. Куда ты прешь, мать твоя? Там пацаны обрез делают. На нем даже звездочка теперь какая-то нарисована. Я очень сильно хочу пить. Газировку могу подогнать, братан. Так, на. Ну, у меня что-то было. У меня есть бутылка воды. Так, давай. Если она полная, ты ее сам будешь пить. Расслабься. Ну. Можем в Education Center пробовать пролезть. Да-да-да, надо их убить всех. А зачем? Тихо-тихо-тихо, Артур, под стеночкой. Вот так вот, смотри. Ё-моё. Ну да. Кто не маши около этого. Я не собираюсь. Как воды выпить, Макс? Она сама пьется, сама. В инвентарь себе положи. Ух! Вот это мы разобрали. Отоварили. Слышь, я подустал, кстати. Да-да, есть малёх. Чё ты кричишь? Что ты кричишь? Не Джеки, кричишь. Учитывай, что из окошка могут еще вывалиться. Да, они резко это сделали, я не ожидал. Джеки, отходи, маленько, сейчас их встретимся в одном месте. Ой. Что-то я очень медленно передвигаюсь. Я один удар делаю и устаю, прикинь. Их слишком много. У тебя довольно много веса, вполне возможно. Не-не, это просто клюшка для гольфа такая, неудобная. Миллиарды. Миллиарды. Так, ну чё? Посмотрим, чё там. Класс. В классе можно попить. Ты уверен? Да. Там прям написано попить? Там не, можно попить. Не, я вижу. Попали, я не смог туда попасть. Правой кнопкой пролезть. Да я Е нажимаю просто. Он просто берет и пытается дверь открыть. Я могу тебе открыть дверь, Джек, заходи. Джек, а ты где? А, Джек уже пошел и дальше вместе. Сзади дверь открыта, если что. О, тут какая-то бюрократия, ну-ка. Журнал, ручка. Я время, наверное, так медленно двигаюсь почему-то. Лист бумаги. О, чистота, чистота. Джек, там была нормально кипяченая вода, если что, рядом. Так, го дальше. Что, дверь открыть? Да стой, тут окно уже есть. А, ну окно-то без шума, да, сломается. А дверь с шумом? Дверь без. Ну да. Поменьше шума, поменьше. Оп-оп. Спички, батарея. Я устал, слышь, я устал. Ага. Что-то не очень удобно эта клюшка для гольфа, как оказалось. Да блин, чё она прям так к тебе прилипла? Принимай, короче. Я пытаюсь. Она, пока я взмахну, все. На, есть. Ох, набрызгала-то дама. Ага. Что там, Джек? Нормально? Джек тут как этот убить Билла такой. Ума Турман вся в кровище в кишках. Патроны для 9-метрового пистолета взял еще. Отлично. Вы вот это обыск... О, и для дробовика патроны, кстати. Скинешь мне сейчас патроны для 9 миллиметров? Да, конечно, подходи. О, Джеки. Я этого не хотел. Вообще ощущение, что они сами нашумели. Да, это они сами, действительно. Сволочь. О, здесь через, это что за вообще такой стул какой-то и пустая комната полностью. Ага. What? Вау, у меня анимация просто. Мне показалось, что ты его просто руками погладил и все. Нет, я временами почему-то не знаю, вот именно в этом месте очень медленно двигаюсь. О, очень просто. Снаружи кто-то выносит. Клюшка говно, выбрасываю. Топор был тот самый лучший оружие. Так устает ужасно, я даже ебушки. Не знаю. Это от веса, мне кажется. Только. Так. А ты пил нормально клюшку? Ты дрался клюшкой для гольфа, нормально было? Я? Нормально было. Так. Ну как, топор лучше намного. Но он не уставал, когда махал много. Махал, уставал. Так, выкинул патроны для пистолета. Это еще ну, не сейчас все. Сейчас у меня перегруз будет. Оно насыпает тут. Сейчас с собой всякие книги таскаю, которые место занимают. Да, и я тоже. Надо бы как-то все-таки, может, поселиться где-то. Печину я съел. И не использовать там плиту. Так. Снизу что-то горит, видели? Да, да.
Макс. Нет, это так. Там и стекло разбито, кстати, эти, скажем. Пока перегруза нет. Давайте наверх, давайте на север пойдем куда-нибудь. Давай. Так, давайте внизу дойдем, типа, до края там, или узнаем хоть что-то, потому что мы так долго вниз шли. Ну а как мы тут ой, пойдем? Да ладно, идем, куда глаза глядят. Везде по приколу. Не, давайте реально вниз, надо вниз идти, тут уже конец видишь какой. Ок, хорошо. Ну просто потом захотим сюда вернуться, узнать, ну, что тут, блин, 4 часа. Мне интересно, у меня дробовик заряжен? Ты хочешь проверить? Хотелось бы, конечно. У тебя сколько стрельба, кстати говоря? Один всего лишь. Не знаю, у меня очень быстро прокачалось это все. Поэтому мне реально сейчас будет умереть очень жалко. Бывает. Так, здесь короче, Алессандро Дель Пьеро входит. Алессандро Дель Пьеро на угловом. Какие финты? Как проходит центр поля? Вся защита. Сделал дураков из всей защиты. Выход 1-1. Боже мой, ворота пустые. Дель Пьеро закатывает пламя? Жопой. Откуда тут пламя? Макс, проходил. А? Я побеждаю зомбаков. В игру выходит новый игрок. Да. Что творит Дэвид Бекхэм? Что он творит? А это просто Вася из 5-го Б. Да. Он бьет всех топором в лицо. Футбольчик поиграть пришел, пацан. Это все. Тихо, оставь! Что ж такое? Топор не ломается, кстати, состояние как у него. Вообще не ломается. Ну уже пора бы сломаться, но он не ломается. Че, гигантское здание слева-то проверим наверху или как? Ну, давай пойдем. Да, ну кажется, это по-моему, это вам того не стоит. Вот снизу какое-то гигантское здание, ребят. Ну, хорошо. Так. Нет! 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 Миллионы зомби. Миллионы. А ты не упадешь, что ли? Скажи мне по приколу. Ей по фану. Ой. У меня чрезвычайная Джеки. Паника. Джеки, ну, добей их. Хотя ладно. У меня вообще никакой паники нет. Я убиваю их направо и налево. И паника какая-то. Я думаю, с опытом это придет. Тут какая-то дверь, слышь, она вынесена в хлам. Тут раздевалка. Это походу футбол футбольца гоняли, короче. Это раздевалка. У них даже вот туда. А вон вижу. С другой стороны. Тут туалеты, короче. Тут всяко лут покруче, да, чем там сзади. Ну, черт его знает, тут ничего нет вообще. Вот здесь надо еще зайти посмотреть, что тут. Тоже раздевалка другой команды, да? Да. Так, окей. Уходим. Да, что-то ползет к нам, кстати. Ой, да черт с ним. Че это? А, да, реально ползет. Я пойдем про еще то, дальше. Что аккуратнее будь. А это для чего? А, это баскетбольные поля. Тут какая-то, походу, спортплощадка. Футбол, баскетбол. Я знаю. Это школа, я думаю. Думаешь, школа? А то школа, да, получается, когда мы хотели зайти. Там же Education Center, все дела. Горит зомби слева. Тебе ж... И сюда. Че, будем чистить дорогу? Ну, они нападают, типа, на нас. Давай, газочисточку. Джеки не добил. Добил. Джеки добивает. Джеки добивает. Добивает всех. Просто всегда. А чем ты их добиваешь? Опа, все, дробовик, больше стрелять нельзя. О, хорошо брызнуло. Прям, ну вообще как надо. Так, это у нас, я так думаю, какой-то детский корпус. Стоит зайти. Давайте зайдем. Давайте зайдем в окно, ребят. Сейчас. Там что-то внутри, какие-то красные стулья. Ох, смачно. Смокота. Там справа зомби идут сюда еще. Меня держат двое зомби, вы где? О чем он? Да тут, все тут же, около окна. Я слышу, как кто-то дерево рубит. Зомби загорелся. Ребят, ну я как бы не сильный игрок, поэтому я отойду. Все, набрызгали. О, тут еще Джеки. Тут куча мусора, какой-то кабачок. Я был. Уже пролезть нажал. Ну все нормально. Черт. Я стекло разбил, случайно. Здесь кухня? Сейчас вот он там найдет плиту и пойдет, поедет. Тут их две, а и три даже. Ага. Так, парни, еще кому бутик с сыром жареным? Мне.
Понял. Я предлагаю... О, блин, я хочу путик с сыром поесть. Слышь, у меня просто переломное незначительное повреждение. Ты где? Мне нужен... А, ты тут. Я здесь, я сейчас буду заниматься. Я предлагаю эту кухню сделать нашей временной базой. Ну и не готовить здесь, просто чтобы она здесь была. И здесь складывать вещи. Нормально? Наложить повязку на пах. Смотри. Окей. Холодильников тут, правда, я не вижу. Второго этажа нет. Ничего. А, холодильник демонтировали, слышишь? Не вариант. Незначительные повреждения по-прежнему. Сейчас в окошко войдет Джеки прямо с тобой. Да, валим отсюда. Подождите меня, я лечусь. Да, да, конечно. Я там больше не могу лечиться. И у меня тревога, я прям на взводе. Здесь попить же есть? Попить, я пока снаружи зомби повалю. А, демонтировали. Здесь все демонтировано, Артур. Отсюда, походу, съехали уже все. Fuck. Oh, fuck, that hurts. Ой, нет, не повалю зомби. Ох ты ж, блин. Да их что-то набежало из ниоткуда вообще. Вот эту анимацию у меня иногда просто не понимаю, что происходит. У меня вообще все клево. У меня временами. Нет, временами вы нормально двигаетесь, а я вот так вот по три кадра. К чему это? Это какая-то разновидность лага, что ли? То есть реально как слоу-мо. И сломали игру. Важно, тут их очень много. Нам нужно уходить не как раз не из этого входа. Я закрываю дверь и валим отсюда. Все, уходим. Тут ничего, там нет, с ними даже нет смысла биться, я вам так скажу. Просто через окно уходить, через которое мы пришли, и все. Идете? Всек. Да. Mm-hmm. Есть. Там нас ждет, кстати, один преподаватель. О, хорошо. Скоро начереть будет. Начереть? Вон там внизу домики, да, какие-то, там можно заныкаться в них. Ты нож выкинул? А он сломанный в хлам. А. Справа уже. Мало, я бронил. Mm-hmm. Все с нами, нормально. Подожди, так была женщина, я вот только что ударил женщину, приблизил, это черный мужчина. Черт. У меня агония. Обидно умереть, говоришь. Слушай, а ты знаешь, у меня есть обезболивающее, кажется. Дай, дай, пожалуйста. Держи. На полу. Чере, а, нет, нету. Парни, надо ныкаться в здание. Вон, на полу. Выстрелба. Справа. Бери обезболивающее. Стрельба, и зомби идут все к нам. Ты сигареты дал? Ну, а что делать? Или я думал, там... Вот еще, держи, смотри. Зомби есть. К нам идут, ребята. Бери бета-блокаторы, тоже прими. Конечно, круто. Они боль не заглушат, но ты паниковать перестанешь. Зомби спалил меня, отходить надо. Артур! Я не успел применить. Уходим. Я вообще плохо. Бежим на выстрел или что? Да вижу, я идем, да, на выстрел. У него, наверное, есть обезболивающее. Третий раз, да? Ну, что делать? Так, я патроны приготовлю пока. Так, Джеки, поприглядывай за мной пока. Перезаряжу пока. Плохое место. Иди сюда. На полу. Они еще стали умирать с первого удара. Живым не дам, все мертвым тоже. Иди сюда. Давайте дальше. Бегите, бегите, ребят, бегите. Не стойте. Зачем с ними биться? Можем убежать от них. Я далеко не убегу просто. Убежишь, убежишь. Не убегу, я говорю. Я так. Хожу сейчас примерно с той же скоростью, как бегаю. Это нормально. Мы тебя унесем, если что, на руках. Не переживай, да. Я-то женщина, не буду. А я-то, конечно, он... Будешь. А вы куда? Вы что, на дороге? А где Джек? Я Джек потерял. Он там же. Там прикрывает же. Отходы. Меня съели тут, как бы, на нормсе. А кто тебя съест? Ты же женщина. То есть вот сейчас вот я, погоди, сейчас. Сейчас погоди. О, поговорить хочешь? Ну-ка, давайте в этот дом зайдем, вот этот наэтажный. Где же шмальба была? О, я, кстати, кушать хочу довольно сильно. Резко все остановились. Давайте сюда. Зомбаки вон там мимо прошли, даже не заметили нас. Да норм. Тихо, я сейчас в этом доме маленько в себя приду. Давай. Ничего не ломайте, ничего, все, входим, 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 входим. Так, секунду. Я не могу войти, пока... Я открыл вам дверь. Да нормально. Надо было сразу это сделать. Да. Ой, тут что-то все в крови. Че это? Че это такое тут? Зажигалка, нож, кружки пустые, шоколадки. Чипсы. Так. Что за бета-блокиратор? Я яблочко. Это панику снижает. О, у меня паника, мне нужно. У меня тревога, я на взводе, ребят. У меня легкая паника, и я на взводе. Я это все употребляю сам. Оставь мне, тебе одной таблетки хватит. Там было две таблетки, я его бы съел уже. У меня выпал бета-блокатор, чей-то я его забрал. А все, у меня паника убралась, когда я покушал. Я принял таблетки, я на взводе. Я не знаю, почему, что я на взводе. У всех так. И у меня на взводе. Но у меня еще огонь. А, у меня левая ступня, царапина. Бинты есть? Да. Там пальчик не порезал. Смертельно, может быть. Вижу, там заразишься. Я на взводе.
У меня на взводе, я пить хочу. Кстати, где здесь кухня? Артур, ты себя проверял свое состояние, здоровье? Где это проверять? На С, здоровье. У меня все перебинтовано, общее состояние, значительный урон. Я как бы значительный, у меня легкий. Общее состояние отлично. С Деборой Мартин все отлично вообще. Мне нужно маленько успокоиться. Так, у меня там журнальчик, по-моему, был, или я уже почитал? Пить надо воду. Пить. Я уже 15... А кто ж туплю мне поцарапал-то, интересно? Да меня тоже тут просто на ходу успели покусать. Сволочь. Скотины. Так, у меня здесь особо... О, возьму-ка я себе молоток в основную руку. Наверное, будет нормально. Да, такой свингить. Так, ну-ка. Так, ладно, пойдет. У меня по-прежнему незначительные повреждения, требуется помощь, но почему, если я перебинтован уже весь? Попробуй еще раз перебинтоваться. Может, тебе нужны какие-то обезболивающие таблетки? Было бы хоть что-нибудь, конечно. Ну ладно. Может, тебя надо усыпить? Не надо меня усыплять, Джек. Хорошо. Но если надо, ты скажи. Обязательно. Хорошо. Мы должны знать первыми. Тебе, Джек, первому скажи. А потом разобью тебе голову топором. Мне кажется, он против нас. Слышь, я на взводе все еще. Джек, прими, что ты за что-то, no, я не знаю. Написано? Не, я не понимаю вообще. Кто написал no? Ты примешь, нет? Школьный портфель. Бета-блокиратор, тут лежит, Джек, в комнате. Так у меня все в порядке, говорю, я покушал, мне норм. А, ну давай тогда я его в ЗАГСе заберу. Ага, я его съел уже. Заберу, говорит. Так, что, все, выходим? Подожди, пожалуйста, тут бейсбольная бита лежит, нельзя же ее просто взять, да и оставить. Ты же молоток взял. Правильно, а я потом еще возьму гвозди и сделаю биту с гвоздями. А-а-а. Хитрая жопа. Вообще, у меня, кстати, гвозди есть. Круто. Круто, что консервированный суп. Давайте, может, я супца хотя бы сделаю? Давай. Окей. Сейчас такое дело. Сейчас, взять. Зарядку я услышал. Я. Кастрюлю есть? Как же темно. О, как же, мать его, темно. Вот сейчас будет темно. Попкорн, каша, сахар. Это кот твой опять же? Нет, это у вас. Нет. И я это слышал. Но это не у меня. У кого-то за спиной. Это, наверное, Альма. Серега, наверное. Альма. Или Джиперс Криперс. Ребята, а вы Криперс. Бы поискали где-то пошли? А ладно, плевать. Забейте. Я не боюсь в таком состоянии выдвигаться. Я только с вами. Не понимай. Вообще, что со мной? Нервы и пугливость у меня, взволнованность. Нет. Кроме того, чувство легкой тошноты. Черт, у меня чувство легкой тошноты. А я, кстати, себя нормально чувствую. Может, ты беременная? Здоровье. Отлично. Слышишь, парни, я себя отлично чувствую. Пошли оттуда. Давай, иди вперед тогда. У меня вообще все супер. Я отсиделся, кстати. Я на боликах. Может, я траванулся чем-то? А может, тебя это? Царапнули? Может, меня царапнули, я заразился? Может. Умри! Пойдем дальше. Project Zomboid, анаболики. Fuck. Project fucking Zomboid. Fucking anabolics. Он кирпичный дом, пойдем? Двухэтажный. Пойдем посмотрим. Здоровый такой. Ты смотри, есть какая-нибудь больничка или что-то в этом духе? Мы же были вроде в больничке. Они не были. Что-то быстро он... Вертолета давно не было. Вот в этом доме я вот прям вот жить бы сейчас остался. Там сверху какой-то свет, кстати. Что-то там мерцает. Это видимость твоя, как ты смотришь сюда. Понял. Можно построить дверь, лестница, деревянный бар, да. Мебель, стол, малый стол. Стол с ящиком. Джек, ты что-то долго открываешь? Ну ты другое окно попробуй открыть. Я просто не хочу ничего разбивать, потому что я хочу, чтобы это был наш дом. Я пострадавший, я просто смотрю на вас. Ты себя как чувствуешь, пострадавший? Ну, я скоро проблююсь. Ты уж постарайся там! У меня сильное напряжение. Я открыл. Во, все, он открыл, пошел. Я, видимо, совсем без сил. Чуть ниже не нажал разбить окно. Ага, тебе придется закрыть окно. О, все норм. Да, дверь, пожалуйста, нам. Она открыта. А, что тут у нас есть? Здесь можно покушать капусту. Я ее съем. Все, вот этот дом реально крутой. Открыть окно, закрыть. Так, надо продукты тогда быстро в холодильник. Завешиваю. Что, оставимся тут? Это наш дом? Да. Клево. Я вот думаю, действительно, может, здесь не готовить ничего?
Да ну, нафиг, тут не готовь, вот рядом есть дом, давай в нем. Оно горит, как здесь может. Сковородка есть. А здесь просто будем. Сковорода есть, да? Да, тут лежит в ящике. Я пошел доски добывать. Давай. Так, все, давайте. Кстати, этот дом место. Очень похож на нашу предыдущую базу. Ну тогда. Оп. Так, я скину пистолет, я скину коробку гвоздей, наверное. Артур, сейчас тебе сделаю похавать нормально. Да нет, сейчас все равно вывернет. Шалку. Я уже сытый, как бы. Катер. А, да? Кстати, Артур, мы, походу, с тобой дюпнули вещи. Я тебе очень хочу сказать. Чё, про что? Ну, бета-блокатор, который ты использовал, он у меня лежит. И у меня он был, он весь съел, я его забрал, просто как бы выпил тоже. Все, я пошел доски добывать. Давай, так что, не готовим здесь еду? Да не вот надо. Вот рядом Макс дом, вот в нем можешь готовить. Понял. Сколько. А пламя не перекинется там? Нет, нормально все. Слышь, ну если... Подождите, ну что ж вы, стоп. Но если это наш дом будет, зачем вы ломаете? Нет, тот там дом наш дом. Наш, в этом ты готовь. Здесь как-то мне будет неуютно готовить. Вот зомби уже идет, а я без двери. Тут готовить, все хорошо, Макс. Нормально. Хватит меня двигать, я не могу вещи поднимать. Мужланы. Опять Артур, господи! Господи! Я специально это делаю, да? Ты что, нет, вообще никогда в жизни не подумал бы. У кого гвозди есть? Джек, есть гвозди? Да все у меня есть. Подкинь гвоздей. Ну не дам. А подкинь. Ну мне надо заколачивать эти. Да заколотишь, подкинь гвоздей чуть-чуть. Господи, кто там дерется снизу? Да я пытаюсь биться с зомби, а он живой. Еще гвоздей хочет каких-то зомби. Я просто хочу... Кинул мне гвоздей? Ничего не кинул. Вы еще почти. Поделитесь за эти гвозди. Да кинь мне этого гвоздей-то. Гвоздей мне, кидайте 14 гвоздей. А, отлично, спасибо. Только ты мне потом их верни. Хорошо. Хорошая книга. Называется. Была. Война и мир. Артур, ты мог тоже типа двери тут вынести? Я? Да. Я лучше простыню. Помочь там мне. Да нет. А, ну это конечно, зачем? Так, ну-ка, как же это сделать-то правильно? Занавешу шторки пока. Зачем ты их тут занавешиваешь? Ну, чтобы никому не видно было. У нас там дом снизу навешан. Как же это крафтить? Как открыл? Гвозди 100. На правой клавише на ней, типа, открыть коробку гвоздей. Чтобы было вполне логично. Почему же ты не работаешь? Как же тебя скрафтить-то, бита? Гвозди бита есть. Бита хочешь с гвоздями? Да, молоток есть, все есть. Может, тебе надо взять молоток в дополнительную руку? Потом тебя в основную руку? Ну, это чисто предположение, конечно. А гвозди перекинуть вот сюда сейчас? И нажать правую кнопку? О, ну все, сработало, действительно. Джек, гвозди нужны? Нет, насколько я знаю, топор все равно сильнее, Макс. Мне нужны доски. А? Да насрать. Слышь, Артур, у тебя что-то с лицом. Ты как себя чувствуешь? Вообще плохо. Чувство легкой тошноты. Держи себя в руках. Сырость. Спрячься от дождя. Нервный срыв. Испуганно до смерти. Незначительное повреждение. Требует скорой помощи. Я промок. Все. Агония, скорость и метка серьезно снижены. Херово мне, короче говоря. Очень. Слышь, Артур, может чашечка кофе тебя взбодрит? Кофе, жаки. Маккона? Давай. Маккона, я не знаю какая. Тут нет чайника, да нет, к сожалению. Фак. Короче, пока работаете, я отдохну. Окей. Знаешь что, я все-таки найду, как тебя порадовать перед смертью. Ну вообще порадовать, то есть. Давай не будем об этом говорить. Сейчас, секундочку, давай не будем. Сейчас. Я просто должен тебя порадовать. Макс, так у него же симптомы вот эти, после которых, помнишь, там Джонни, он как бы... Джонни того? Как Миллеры? У меня все перебинтовано. Как Миллер, да. Я живу уже 23 часа, я практически сутки живой. Я вот наконец-то понял, как походу правильно крафтить все. С Миллерами то же самое было, помнится мне. Ты вообще в лифчике ходишь, к тебе особого доверия нет. Слышь, тоже Джек, ой, Артур, подойди сюда, у меня же есть для тебя, ты же хотел, я помню это. Ну давай. Сейчас, я же тебя должен порадовать в конце концов, сейчас, секундочку. Так, секундочку. Шоколадка. Не, это не то. Угу. То не то, а съесть надо. Слить на землю, так. На землю? Не, мне нужна открывалка просто. Ой, здесь есть открывалка какая-нибудь. Да, пей земли!
Не, я... О, вот консервный нож. Все, Артур, сейчас буду радовать. Так, тихо-тихо, подожди, подожди, тебе понравится. Я вот это, я только сейчас понял, как это правильно делать, короче. Давай, давай тут скинь только где-нибудь, потому что я там не увижу. Сейчас, подожди, подожди. Я господи. Ну это же сюрприз. Я так стараюсь. О! Братан! Давай. Держи. Свежайшая фасолька. Прикольно. Миска фасоли. Потел как мог. Ох, я её полностью съел. Всё для тебя. Она написана как простая миска, кстати. О, черт. Очень тяжелый груз. Скорость движения сильно снижена появилась после этого. Но исчезла. Показалось. Есть еще консервированный суп, кстати. Я тоже могу замутить. Так. Как только съешь миску пустую, пожалуйста, сдаем тару на мойку. А, это даже положу. Тут уже такой срач на полу. Да насрать. Мы ж мужики. Срач-то не наш, да? Женщина-то есть. У меня есть. До сих пор бета-блокатор есть, кстати говоря. Это вообще странно. Так, миска выкинуть. Вот она тут лежит. Угу. Приму еще наркоты. Ну, теперь я хочу пить. Теперь меня сушат. Да что ж со мной такое сегодня? Ты вижу, миску забрал. Хорошо. О. Я слегка перегрузился. Я все сделал, все забаррикадировал, мне норм. Давай, Джеки. Красава. Ты внутри остался, да? И дом весь закрыл? Или как? Да. Это мой дом. Круто, Джеки. Помогите тогда мне, пожалуйста, продукты перенести все сюда. Ну, в этот холодильник второго нашего дома. Сейчас он перенесет их, пережует и перенесет. Ну, типа, чтобы я не бегал туда-сюда. Я пока тут служу, все. Хорошо. Все продукты, что есть, все в холодильник. Даже не важно, какого они качества. Там еще газировка так. Еще имеется. А у нас в этом холодильнике все хранится или отсюда? Пусть туда? В этом будет, потому что... Ну, там же я готовить не буду. А, я наоборот отсюда все забираю. Не-не-не, не надо. Еще и мешок есть, чего его никто не взял? Я на пол повыкидывал нормально все. Пойду у нас в доме мешок кину, вдруг если кто-то умрет, как сразу непривычно это все делать. Слышь, я только сейчас понял, как правильно крафтить все. То есть оно должно у тебя лежать не в сумке, а в руках. Окей. Это типа очень важно, иначе ты не сможешь ничего сделать. А когда в руках, то все можешь. Так, капуста, масло, попкорн, попкорн. Слышь, шоколад. Значит, есть капусту, если есть картошка. А я ему говорю.